Всем привет, дорогие друзья, с вами Барон. Ну а перед просмотром данного ролика я хочу вас всех попросить поставить Лукас. Сегодня мы будем сливать, ну просто огромнейшую сумму денег в сервер. Надеюсь, вам этот ролик понравится. Но если именно ты хочешь победить в розыгрыше на 5 миллионов в этом ролике, тогда ставь лайк и пиши в комментарии свой никнейм. Ну, можешь еще что-нибудь понакидать туда интересного, но в принципе вот это и нужно написать. А также по достижению 100 лайков я сразу же выберу победителя. К сожалению, в предыдущем ролике мы 100 лайков не набрали, поэтому розыгрыш пролетает на этот ролик, ребята. От вас тупо лайкосик, ребят, комментик и все. И уже у вас есть шанс выиграть 5 миллионов вирт в следующем видео, и я вам их обязательно вручу. Представляю вашему вниманию сервер Радмир Ролеплей Сам. Ссылочка на их группу будет в описании. Я сам тут играл, и проект действительно годный, ребята. Здесь есть очень много всего интересного. Различные стили, различные крутые новые работы, гаражи и еще много-много всего интересного вы увидите у них в группе. Ссылка на их группу есть в описании, дорогие мои друзья. Я сам там играл и знаю, о чем говорю. Ну а теперь приятного просмотра моего ролика. Итак, план на сегодняшней серии у нас слить порядка 200 миллионов вирт. Еще у нас одна серийка будет, где мы еще сольем в районе 250-300 миллионов. На данный момент это все деньги, которые у меня имеются. И, собственно говоря, в скором времени мы станем бичами. Либо же не станем ими. Все зависит от ваших, ребят, лайкосиков. И, кстати, если вы хотите играть вместе со мной на Аризоне Брейнбург, получить 500 тысяч вирт по достижению третьего уровня, тогда регистрируйтесь на мой никнейм Барон Коронас. Я буду очень рад видеть новых людей на сервере, ну и опять же своих ребят на серваке видеть, я думаю, очень будет круто. На данный момент мы заходим в центр благотворительности. У нас сейчас на аккаунте есть порядка 170 миллионов вирт. Это огромнейшая сумма денег, которую можно просто слить и, соответственно, вот таким вот дитком остаться. Перейдем непосредственно к сливу по 1 миллиону. Слили 1 миллион, почему-то у нас влетело 2 миллиона, не знаю почему 2, ну да ладно. А, то есть у нас все идет по 2, я так понимаю, или что? Минус 1. Так, почему новости штата пишет? Опа-на, и сразу к нам тпхнулся админ Немо Кинг, дай денег. Дай денег, хорошо, погнали, ребят, что делать? У нас, как бы, план на серию. Нам нужно слить до хрена денег и смотрим, что у нас пишут вип-чат. Что у нас вообще будет, пожидай денег, админ даже пишет. Давайте посмотрим, что же скажут в вип-чате. Барош, успокойся, пишет уже, потому что, как бы, ну тут что-то вообще странное происходит. Тут сливается до хрена бабосиков. Барон, перекинь пару лямов. Все. Пиздец. Господа, я вам так скажу, никогда не сливайте деньги в таких количествах в сервер по причине очень простой. Вас забанят, блядь. Тупо, короче, смотри. Дориан Грей тихо забанил игрока Барон Коронас на 30 дней до выяснений. Короче, пиздец, пацаны. Тупо слит, сколько я не знаю, слил, конечно, я слил около 100 миллионов вирт, то есть на данный момент, потому что сливается, как видите, по 2. То есть в вип-чате у нас тоже творилась, ну, так сказать, обычная жесть. Я не знаю, что сейчас творится, но типа люди пишут, ну хватит уже, да, лямчик там и все в этом духе. И тупо Дориан Грей выдал мне бан до выяснений. За счет того, скорее всего, то, что он подумал, то, что все, типа, ГГВП, и я, типа, взломан, передан, продан. Либо меня там взломали, либо меня там продали, то есть что-то в этом духе. То есть, во-первых, я еще без ацепта нахожусь. Просто нахожусь без ацепта. То есть я зашел на сервер, попросил у Артема, у замга ацепт. И, то есть, я не вводил пароль. То есть мне Артем еще не ответил. И, то есть, вот что бывает, ребята, если админ без ацепта заходит и начинает сливать тупо бабки. У нас остается, кстати, 76 миллионов вирт. Мы слили уже порядка 100 миллионов, ребята. Это огромная сумма. И я не знаю, что сейчас будет ВК, наверное, но мне кажется... О, Артем зашел. Ёптать, Артем зашел в ВК. Сейчас, наверное, жопа будет, потому что... Ну, ребят, чисто бан. Все, блядь. Просто... Барон сливает деньги в сервер, бан нахуй, все, сразу просто в бан отлетаешь, дядь, и все, нормально.
Слушай, не, ну это было круто. Это ничего, не постанова, ни хрена, ребят, даже не думайте, потому что, во-первых, реально не было ацепта, и просто, скорее всего, именно поэтому админ и подумал. У меня айпишники меняются каждый день, как только я выключаю интернет, и, типа, соответственно, новый IP непонятно какой, но вроде как близко же я был. То есть, если через IP пробить, я не знаю, пробивали ли меня через IP, не, меня не пробивали, никуда не через IP, ничего, но все, ГГ. Ну что ж, ребят, посмотрим, что будет дальше, разбанят меня или нет, или меня сняли на с админки, блядь, и все, пиздец.